Да, уважаемые коллеги, в условиях дефицита времени постараюсь быстро сказать, что у нас произошло нового в таргетной терапии. Но в основном мой доклад будет, конечно, посвящен возможностям лечения АЛК, позитивного рака легкого. Но кратко расскажу о тех возможностях, которые у нас появились, наверное, в течение последнего года. Ну, вы хорошо знаете, в рекомендациях русской это уже обозначено, что у нас есть обязательные 4 маркера, это HFR, ALK-ROS1 и BRAF. И желательно определять так называемые новые мишени. Это мутация, амплификация гена MET, мутация гена RET, HER2, НТРК и КИРАС. Ну, если говорить в целом о таргетной терапии и ее отличии от иммунотерапии, мы можем посмотреть на эти два графика. Действительно, то, о чем говорил Федор Владимирович, мы видим, что иммунотерапия помогает далеко не всем, и большинство пациентов все-таки у нас, несмотря на все наши, так сказать, маркеры, которые мы пытаемся, так сказать, определить, факторы курения, все равно кривые значительно резко падают, и только потом мы выходим на какое-то плато, когда пациенты, ответившие, и зачастую это пациенты даже, так сказать, с отсутствием вообще экспрессии ПДЛ, тем не менее, так сказать, они отвечают и живут некоторые годами. Поэтому, конечно, так сказать, на многом здесь у нас чисто эмпирический подход, и мы уже, так сказать, определяем от тех пациентов, которых ответили, уже под фактом. При таргетной терапии, наоборот, мы можем определять маркеры, которые нам дают гарантию, что у нас 90% случаев есть ответ. И, соответственно, конечно, эта молекулярно-генетическая диагностика – это именно то, что нам дает возможность, наверное, бороться со смертностью при раке легкого наиболее эффективно, потому что действительно большинство пациентов отвечает, мы сразу видим, как кривые расходятся, и, соответственно, именно за счет вот этой группы пациентов, которая, к сожалению, пока еще не так многочисленна, поскольку в основном там у нас не курящие пациенты, но тем не менее именно за счет этой группы пациентов у нас и происходят основные успехи при борьбе со смертностью рака легкого. Но тем не менее, к сожалению, они рано или поздно все прогрессируют, и нам, конечно, приходится уже искать новые подходы. И эти подходы заключаются в том, что у нас появляются все новые и новые поколения таргетных препаратов, и переходя с одного поколения на другое, мы как-то можем продлевать жизнь наших пациентов. Ну, если кратко посмотреть, да, то мы видим 2/3 пациентов с аденокарциномой, мы уже можем определить драйверы. И если посмотреть снизу, КИРАС 25%, да, на сегодняшний день это самое частая патология, пытаются, так сказать, применять различные МЕК-ингибиторы для лечения КИРАС, но реальные, так сказать, сдвиги произошли только при G12C. Да, и на сегодняшний день у нас есть уже за границей зарегистрированный препарат и клинические исследования, в том числе, так сказать, ингибиторов G12C в России. Это касается и КИРАС легкого, и КИРАС кишки, но на сегодняшний день это все у нас, так сказать, в будущем. HFR. Здесь также есть определенные сдвиги. В первую очередь, это, конечно, у нас имеется уже 3 поколения ингибиторов. На сегодняшний день мы имеем клинические исследования по редким мутациям, таким как инсерция в 20-м экзоде. Появился такое у нас исследование с препаратом мобосертинип, который тоже, в общем-то, дает определенный эффект. Вот сейчас мы лечим 5 таких пациентов. АЛК, я останавливаюсь в конце своей презентации. Мы на сегодняшний день уже имеем регистрацию 4 препаратов в России. И особенно будет информация по новому препарату, который появился у нас, ловаротинип. Если идти дальше по кругу, мет-ингибиторы. Ну, вы все хорошо знаете, так сказать, что самым первым препаратом, мет-ингибитором, который разрабатывался именно как мет, был кризотинип. На сегодняшний день, так сказать, иногда у нас его назначают офф-лейбл в России с большим успехом, и появляются у нас новые препараты. Препараты для борьбы с мутацией HER2, опять-таки, у нас появляются новые тирозинкиназные ингибиторы, и также появляются препараты, связанные с моноклональными антилами, такие как ADC, препарат Инхерту, который у нас появится, наверное, в следующем году. ROS1 на сегодняшний день, опять-таки, у нас появились препараты, которые появились в
клинических исследованиях, и препарат, хорошо известный кризотинип, дополняет клиническим исследованием препарат энтроктинип. По БИРАФ у нас стандартно все, так сказать, на сегодняшний день. Ждем ингибиторов второго поколения, так сказать, она скоро, наверное, тоже у нас появится. Но на сегодняшний день мы имеем схему препаратов первого поколения. Ну и тоже то, что новое появилось, это у нас РЭТ-ингибиторы. Вы хорошо знаете, так сказать, ранее применялись такие неселективные различные препараты типа ванзаниба и других. То есть на сегодняшний день мы имеем уже два селективных препарата, которые у нас есть в расширенном доступе. Я покажу тоже первый опыт их применения. Ну и НТРК, совсем редкая опухоль, которая у нас случается один раз на 500 больных раком легкого. Конечно, это большая удача, если кто-то из онкологов такого пациента найдет в своей практике и будет лечить. Ну, я уже сказал, что у нас три поколения анти-EGFR. На сегодняшний день у нас есть эрлтинип, бифетинип. Появился у нас и докотиминип в регистрации в России, но пока препарат у нас отсутствует. Ну и осимертинип, препарат третьего поколения. Исследование Адаура, о котором сегодня уже Федор Владимирович задавал вопросы нашему английскому другу. Что лучше, так сказать, назначать иммунотерапию или таргетную терапию. И, конечно, это исследование Адарова показало это преимущество. И на сегодняшний день препарат осимертинип зарегистрирован в России в качестве препарата адъювантного, который должен приниматься в течение 3 лет у больных с первой, Б, третьей А стадии. Ну, конечно, вопрос после сегодняшнего утреннего заседания, насколько мы сможем обеспечить наших пациентов, поскольку переживаются больных с аденокарциномой много, 20% из них содержат EGFR, и, соответственно, эти пациенты должны получать 3 года такую терапию. Конечно, это тоже, так сказать, достаточно серьезная нагрузка на нашу систему ОМС, и, наверное, тоже потребует какой-то специализации и выделения той подгруппы, которым наиболее показана терапия. Ну и следует отметить, что тоже такие же исследования идут в области АЛК пациентов, которых оперируют, это тоже после операции назначают препараты ингибитора тирозинкиназы. И сейчас планируется у нас тоже такое же исследование с мутациями РЭД. Поэтому, в общем-то, это направление адъювантной терапии с помощью таргетов, оно будет развиваться и расширяться далее. Ну, как я уже сказал, препарат кризотинип у нас исходно создавался как мет-ингибитор, и, соответственно, вот три исследования, как видите, так сказать, связаны с препаратами различных фирм. Это геометримона, которым тоже мы широко исследовали, Vision, и профайл исследования достаточно старые, уже в котором исследовался препарат кризотинип, в том числе АЛК и мет-мутации. Показали примерно одинаковые результаты. Вы видите, выживаемость без прогрессирования 7, 8, 9-10 месяцев. В принципе, действительно говорит о том, что, в общем-то, эта опция у нас в ближайшее время появится. В настоящее время есть расширенный доступ, и есть у нас старый проверенный препарат кризотинип. Вот пример лечения больного с раком легкого, метастазами кожи головы, у которого РЭД-мутация. Видите, за 10 дней такая динамика. Действительно, вот на тех 4 больных, которых мы сейчас начали лечить, мы видим так называемый синдром Лазаря, который описан при мутации EGFR. При других драйверах мутациях это не так заметно, а вот при РЭТе тоже, в общем-то, такая интересная тенденция. Больные чувствуют очень быстрое улучшение. Это говорит о том, что действительно это направление будет очень-очень интересным. Ну, НТРК, я уже сказал, ряд заболеваний, они часто встречаются, но сами эти заболевания очень редкие, такие как секреторный рак молочной железы. Вот. А при раке легкого это 1 на 500, и, конечно, так сказать, мы ждем тоже зарегистрированных в России препаратов, чтобы лечить эту редкую патологию. Ну и перейду к основной теме своего сообщения. Это регистрация в России лорлатиниба, который зарегистрирован под названием Лорвика, как препарат, который назначается после ингибиторов второго поколения, как правило, алектиниб или церетиниб, который у нас зарегистрирован в России, либо, значит, после последовательного применения кризотиниба ингибиторов второго поколения. Ну, видите, правый столбик, он у нас самый зеленый, это говорит о том, что минимальная концентрация нужна препарату
лорлатинип, чтобы бороться с такими частыми, так сказать, мутациями, которые возникают в гене ЛК в процессе его лечения. Особенно, так сказать, частая мутация, как G1202R. И тут препарат лорлатинип себя зарекомендовал очень и очень хорошо. Вот статья известных европейских ученых, возглавлял который испанский исследователь Филипп. Видите, частота объективных ответов вне зависимости от один был предшествующий препарат или два предшествующих препарата, ну, имеется в виду кризотинип и препарат второго поколения, примерно одинаковый, около 40%. Опять-таки, достаточно хорошая длительность ответа, выживаемость без прогрессирования, ну и медиана общей выживаемости оказалась лучше в группе, конечно, где препарат лорлатинип назначался на более ранней стадии. Вот. Но самая главная эффективность, которая отмечена при применении этого препарата, это, конечно, борьба с метастазами в головной мозг, потому что интракраниальная эффективность, она еще выше. Видите, 66,7% так сказать, пациентов, которые один предшествующий препарат получали, и 54,2% у тех пациентов, которые последовательно получали два препарата. То есть интракраниальная активность, она выше, чем даже общая активность. Причем вне зависимости от того, какие предшествующие препараты были, а в Европе, так сказать, применялись и алектинип, серетинип, и еще пока не зарегистрированный у нас бригатинип, видите, так сказать, практически вне зависимости результаты были достаточно хорошие, и они, так сказать, отмечались тем, что не было различий, какую терапию до этого получал пациент. Ну и профиль безопасности, он у каждого ингибитора тирозинкиназа свой. Есть некоторые общие такие, например, как отеки, они тоже свойственны для лорлатинипа, но тут есть определенные, так сказать, моменты, которые присущи именно этому препарату. Это, конечно, гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия. Действительно, так сказать, такая практически большинство пациентов это есть. Видите, первая, вторая степень 66%, третья степень 14%, и в ряде случаев требуется назначение статинов. Но таких каких-то серьезных угроз при применении препарата лорлатинип с точки зрения вот этих осложнений мы не наблюдали. Видите, полная отмена препарата 3%, снижение дозы 22%, и каких-то серьезных нежелательных явлений уже со смертью пациентов отмечено не было. Но следует отметить, что, конечно, есть такие достаточно частые осложнения, которые встречаются, и тут тоже мы это отметили. Это набор веса. Действительно, пациенты, так сказать, действительно сильно прибавляют, и в большинстве случаев даже бывает степень третья. И у некоторых пациентов были отмечены когнитивные нарушения, быстро проходящие, правда, в связи с тем, что, видимо, препарат действительно очень, так сказать, активно действует в головном мозге. И вот заключение по исследованию Филипп и авторов как раз говорит о том, что препарат лорлатинип, он высокоактивный, селективный ингибитор ЛК, к тому же он действует и на ROS1, и продемонстрировал достаточно выраженную эффективность, особенно интракраниальную эффективность, и дает частоту объективных ответов около 62-67%, в зависимости от того, какая была предшествующая терапия. И если два препарата и более, то, соответственно, тоже мы имеем частоту объективных ответов около 40%, а выживаемость без прогрессии 6,9 месяцев. Вот это цифры, которые были получены в этом международном исследовании. Ну, препарат уже получил рекомендации у нас РУСКО, и эти данные, так сказать, вы видите, значит, доза 100 миллиграмм перорально один раз в сутки. В том случае, так сказать, если пациенты, предшествующие своей терапии, получали ингибиторы АЛК второго поколения. На сегодняшний день ожидается уже, так сказать, появление этого препарата в рекомендациях АОР в качестве второй линии. Если у нас в качестве первой линии
пациенты получали алектинип или церетинип. Ну, а вы хорошо знаете, что на сегодняшний день уже первая линия с применением кризотиниба, она не является лучшей, поскольку доказано, что препарат алектинип или церетинип дают лучшую выживаемость без прогрессирования в течение первой линии, поэтому на сегодняшний день они потихоньку сменяют кризотиниб в качестве первой линии. Ну и, соответственно, если у нас была уже традиционная для России схема, это кризотиниб-алектинип, то уже, конечно, лорлатинип будет препаратом третьей линии. Ну и заключение, несколько слайдов о нашем личном опыте. Значит, в принципе, достаточно уже большой сложился опыт у нас в Первом медицинском институте. 169 больных, которые применяли различные ингибиторы тирозинкиназы. И лорлатинип, он использовался тоже в качестве препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого у 47 пациентов. Это была программа расширенного доступа, которая у нас проходила 2 года, с 2017 по 2019 год. И пациенты получали в качестве первой линии кризотиниб, стеретиниб и лектиниб. В большинстве случаев, конечно, это был кризотиниб. И впоследствии, так сказать, уже они включались в программу расширенного доступа и получали лорлатинип. Ну, вот первые 35 пациентов, которые в течение первого года были включены, вот здесь обработаны, представлены их данные. Как видите, так сказать, большинство было как раз с первым и третьим типом АЛК-вариантов. Большинство из них было с метастазами в ЦНС, 77%. То есть, в общем-то, это пациенты достаточно были уже предлеченные и достаточно тяжелые. Ну и видите, наши данные по этим 35 пациентам. Частота объективных ответов составила 43%, при этом частота интракраниальных ответов составила 81%. То есть это, в общем-то, данные тоже подтверждают международные исследования. Говорят о том, что действительно вот лорлатинип – это препарат выбора именно для пациентов с метастазами в головной мозг и АЛК-позитивного мелкоклеточного рака легкого. И, соответственно, если посмотреть выживаемость без прогрессирования, то даже у пациентов, которые были метастазы в головной мозг, у них выживаемость без прогрессирования была достаточно выше, чем у пациентов без метастазов. Ну, здесь, конечно, нельзя говорить, что это, так сказать, большие выборки. Видите, без метастазов у нас было всего 8 человек, а с метастазами 27, но тем не менее вот такие данные были получены. Нежелательные явления были те же самые, это гиперхолестеринемия, отеки и увеличение массы тела. Но следует отметить, что только вот у 4 пациентов мы не наблюдали никаких нежелательных явлений, но у них у всех, кстати, был плохой результат. Как видите, синяя кривая, в общем-то, объясните на сегодняшний день это невозможно, может быть, просто, так сказать, небольшое количество пациентов, но вот ситуация такая же, как при иммунотерапии. Если у нас нет побочных действий, эффекта нет. Если есть побочные действия, значит, что-то, так сказать, на организм действует. Поэтому в заключение, так сказать, хочу сказать, что действительно и в рамках нашего опыта, в рамках программы раннего доступа, лорлатинип показал впечатляющие результаты. Видите, частота интракраниальных ответов 81%. 94% клинической эффективности. На сегодняшний день те данные, которые у нас есть, позволяют медиальной общей выживаемости определять 70 месяцев. Ну и, соответственно, в общем-то, вне зависимости от варианта АЛК, все пациенты у нас ответили хорошо на лечение лорлатинибом. Спасибо за внимание.